Крупное волонтерское событие состоялось в Омске 15 и 16 апреля – Международный молодежный форум. Двухдневная программа Доброфорума открылась финалами конкурсов «Волонтер года» и «Лучший волонтерский отряд». Школьники 14-17 лет рассказали о своей деятельности в различных направлениях добровольчества, а также представили собственные социальные проекты. Мой проект по экологическому воспитанию молодежи и односельчан – мы способствуем реализации экологических праздников, уроков и акций. Мы планируем достигнуть нашу цель, проект долгосрочный, и привлечь внимание людей. Этот конкурс вам лично для чего? Ну, наверное, чтобы укрепить свои знания, умения, показать себя и попробовать более что-то новое. Нам этот конкурс нужен для того, чтобы доказать самим себе и доказать новым молодым ребятам, которые пришли в наш отряд, что мы способны на многое. Мы сегодня представляем проект по здоровому образу жизни под названием «День здорового питания». Этот проект направлен на организацию питания среди молодежи. Прежде всего, это конкурс для моих волонтеров отряда, потому что они действительно делают очень большой объем работы и делают это хорошо и качественно. И, конечно, ребятам это приятно, что они могут показать себя, что их по достоинству оценят. Это прежде всего важно для них. В рамках Доброфорума также прошло множество акций. «Прилетайте, птицы» – так называется одна из них. Ребята сами соорудили скворечники для пернатых и теперь готовятся их раскрасить и закрепить в лесопарковой зоне. Еще одной акцией стал «Экодесант», в рамках которого ребята из добровольческих отрядов и волонтерской организации «Мобильный прием вторсырья» отправились в Птичью гавань, чтобы привести в порядок территорию заповедника. В нашем городе существует вот такая прекрасная природная охраняемая зона, которая действительно требует помощи от населения, и главным девизом наших трудовых отрядов является получение первого трудового опыта. У нас две задачи. Это первое – это провести субботник на территории Птичьей гавань. Дальше мы продолжим на Суворово. Там будет еще один субботник уже с раздельным сбором отходов. Там мы будем уже разделять на фракции, на пластик. Вы можете видеть за моей спиной, сколько ребят пришло. То есть ребятам, хоть и сегодня выходной день, воскресенье, завтра всем на уроки в школу. Сегодня холодный день после вчерашнего. Многие, наверное, не захотели приехать, но все-таки ребята чувствуют ответственность, чувствуют активность и поэтому приезжают на данное мероприятие. 16 апреля в конгресс-холле Агентства развития инвестиций Омской области представили свою деятельность добровольческие объединения региона. Волонтеры-медики продемонстрировали посетителям, как правильно накладывать повязки, и рассказали о скандинавской ходьбе. Мои коллеги, они проводили сейчас недавно урок дисмургии. Школьники были очень в восторге, всем понравилось. Скандинавская ходьба – это вид ходьбы с палочками. И данный вид фитнеса, он подходит для всех групп возрастов. Начиная от самых маленьких, это начальная школа может даже пользоваться, заканчивая пожилым возрастом. Отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Волонтеры-спасатели продемонстрировали на манекене правила оказания первой помощи. На специальных уроках добровольцев учат тому, что, по сути, должен уметь каждый – спасению жизни пострадавших. Не каждый доброволец 250 часов выдержит обучение, тренировок, да, вот 16 килограмм за спиной там бегать по часу, по два. Вот. Но эти ребята, это золотые ребята, они спасают жизни. От каждого человека вот именно зависит, будет жить пострадавший или нет. Простейшее, пережать артерию, да, значит, ну, вытащить, может быть, из машины, когда надо, когда не надо. Вот это мы с детьми, прежде всего, стараемся работать, учить школьников. Серебряные волонтеры провели викторину на знание фактах о Всемирной зимней универсиаде, которая прошла в марте этого года в Красноярске. Мы сегодня проводим урок универсиады. У нас 5 человек серебряных волонтеров ездили на универсиаду. Проводим урок на английском языке и на русском. Ребята заинтересованы, очень понравилось. Все подарки и призы мы раздали. А вообще мы здесь представляем свою команду серебряных волонтеров города Омска. Мы привлекаем бабушек и дедушек нашей молодежи. На форуме также представили свою деятельность волонтерские объединения районов Омской области. Омский район развивает культурное добровольчество. Здесь студенты разных вузов, разных СУЗов, разных специальностей. Мы сами разрабатываем сценарии, сами шьем костюмы, сами готовим спектакли. А в основном наши спектакли направлены на
пропаганду молодежного движения, ну и, конечно же, патриотическое воспитание. Проводим уборку различных территорий, обелисков, памятников, территорию школы или просто помогаем бабушкам. Ходим в детские сады, читаем детям книжки, рассказываем им, делаем с ними поделки. Мы сюда приехали для того, чтобы окунуться в атмосферу этого добра и веселья, чтобы посмотреть на другие отряды, себя показать, узнать что-то новое и применить это где-то в своей школе. В рамках форума прошла питч-сессия. Лучшие практики добровольчества обсудили представители, руководители и лидеры волонтерских организаций, а также координаторы крупных региональных проектов Омска, Сибирского федерального округа и Республики Казахстан. Сегодня в составе делегации Павлодарской области это волонтеры от 17 до 29 лет, которые реализуют молодежную политику Павлодарской области, которые реализуют проекты волонтерских движений. И сегодня мы приехали обменяться опытом в этом направлении. Мы – это ассоциация волонтерских центров. Мы работаем на территории всей Российской Федерации и формируем ресурсный центр, то есть представительство по всей стране. Это организация, которые занимаются поддержкой волонтерских организаций в каждом регионе. И если есть добровольцев, волонтеров, какие-то инициативы или необходима помощь, они могут обратиться в эти организации и им всегда помогут. Наша задача, чтобы любой человек, который хотел заниматься добровольчеством, имел такую возможность и не имел никаких преград. В зале исторического парка «Россия. Моя история» развернулась проектная деятельность в сфере волонтерства, участниками которой стали студенты вузов и СУЗов. Насыщенная программа форума охватила все возможные сферы добровольчества и представила накопленный годами уникальный опыт. Все вместе участники форума собрались в конференц-зале. Здесь в торжественной обстановке отметили волонтеров Всемирной зимней универсиады 2019. Им вручили благодарственные письма за помощь в проведении международного спортивного мероприятия. Я очень люблю делать добрые дела, помогать людям, где требуется моя помощь, отзывчивость. То есть я везде. Ну и такие крупные мероприятия я всегда не пропускаю, я принимаю в них участие. Вот, и поэтому Красноярск это было, конечно же, не исключение. Когда пришло одобрение, то есть я очень дико был рад. Все планы свелись к тому, что вот я, конечно, поехал на него, и мечта сбылась. Самым долгожданным стало объявление победителей добровольческих конкурсов. Лучшим волонтерским отрядом стала команда ребят из Омского колледжа профессиональных технологий. А лучшим волонтером признана Екатерина Войтенко из детского объединения «Успех». Это очень приятно получать награду за то, что ты за то дело, которое ты делаешь с душой ради других. Добровольчество – это очень благородное дело, когда ты ничего не ждешь. Но вот такой малый подарок – это очень радует душу, и большего не надо. Важные роли, будучи волонтерами, играют в жизни региона и страны молодые и активные юноши и девушки. Их работу ценят и уважают. Сами добровольцы своей деятельностью еще раз доказывают небезразличное отношение к себе и окружающим. Год волонтеров, который был в прошлом году, он не закончился календарными сроками. Благодаря этому стал такой большой толчок. Молодежное добровольческое движение развивается еще больше. На территории Омской области в два раза по сравнению с 2018 годом увеличилось количество волонтеров. И, конечно, Доброфорум, он показывает работу всех ребят, которые участвуют в региональных программах, в различных сферах – образование, наука, культура, молодежная политика, спорт, социальная защита населения. И мы хотим, чтобы население Омской области, как и население страны, видело, сколько у нас добрых, неравнодушных людей, готовых участвовать в различных масштабных проектах региона и страны в целом.